Люберецкие студенты присоединились к движению РСО. Это крупнейшая всероссийская общественная организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью молодых людей, а также занимается их гражданским и патриотическим воспитанием. Наша съемочная группа посетила одну из акций студенческих отрядов. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина на время отложили учебники и взяли в руки лопаты. Освобождают из снежного плена памятники Великой Отечественной войны, установленные в Центральном парке. Это одна из локаций, где запланирована патриотическая акция «Снежный десант». Надо помнить о тех, кто погиб тогда, и что их нельзя предавать забвению. И этот памятник, он служит для людей напоминанием о том, что этого не должно повториться никогда. В ряды российских студенческих отрядов гагаринцы вступили недавно, но заниматься волонтерской деятельностью им не впервой. Среди воспитанников техникума насчитывается более 500 добровольцев. Мы вот только недавно заключили договор с РСО. И по этому договору наши студенты будут выполнять трудовую деятельность. То есть их будут трудоустраивать на летний период, будут работать по своей специальности. Акция «Снежный десант» будет проходить до 1 марта. Люберецкие студенты-волонтеры будут приводить в порядок социально значимые объекты и детские площадки. Перед тем, как вступить в ряды общественного движения, ребята прошли обучение. РСО, и в частности РСО Московской области, они будут проводить тренинги, обучающие программы, также выездные мероприятия. То есть ребята не только участвуют в акции, они еще как бы получают дополнительное образование, дополнительное развитие. А также, ну, конечно, это важная часть, как мы говорим, это социализация во взрослую жизнь нашей студенческой молодежи. Кроме техникума имени Гагарина, соглашение с РСО заключила МГАВК. В дальнейшем к ним присоединятся все вузы, колледжи и техникумы округа. Участие в волонтерском движении дает студентам ряд преимуществ, в том числе льготы и поощрения. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.